Добрый вечер, друзья. Сегодня 25 июля 2022 года. Я в Алуште. И сделаем небольшую прогулку по профессорскому уголку. С вами канал «Дневник» коренного крымчанина. Ну и подписывайтесь на мой Яндекс.Дзен и также Телеграм-канал. Ну все по порядку. Идем, смотрим. Сейчас я нахожусь как раз на улице Набережная. И также Набережная профессорского уголка. Ну все, ребят, идем, смотрим. Раньше это кафе называлось «Капитанский мостик». Сейчас называется кафе «Чайка». И здесь есть открытая терраса, откуда великолепный вид на наше ласковое Черное море. Сейчас пойдем посмотрим. И я вам еще цены покажу этого заведения. Ну, здесь открывается шикарный просто вид. Но здесь, правда, все в пленке, чтобы ветра не задували посетителей. Но мы с вами сейчас посмотрим цены. Бизнес-ланч кафе «Чайка». Ну и посмотрим цены. Ребят, ну и посмотрим обстановку этого кафе. Оригинально, красиво, интересно. И с видовой площадкой, и с видом на наше ласковое Черное море. И вот отсюда, возле кафе «Чайка», электрокары бегают в конец профессорского уголка. Ну и посмотрим цены. Цены не поменялись, также 150, ребят, 150 рублей. Все так же. А мы идем с вами дальше по профессорскому уголку, гуляем, смотрим. А мы с вами проходим сейчас кафе «Палуба». Посмотрим цены. Шаурма 350 рублей, шашлык в ассортименте. Хачапури, рыба черноморская. Но ценника дальше нет, но мы с вами идем дальше. Под ноги смотрим. Как интересно, парень крутит. Вот, ну лучше. А с картошкой так умеешь? Конечно, вот так только. С картошкой, если с колбаской еще. Но все, с котлеткой можно. У нас барабулечка, как у бабулечки, очень вкусная, если что. Ребят, ну давайте посмотрим цены. Палуба, кафе «Палуба». Это улица Набережная. Большой выбор. Да, сезон тронулся? Да. Сезон тронулся, так? Да непонятно, что-то как. Да. Или так, туда-сюда, да? Туда-сюда, сюда-туда. То есть, то нет. Ну, будем надеяться. Ясно. Ну, удачи. Спасибо, Иван. Даже. Ребят, ну мы с вами идем дальше. И здесь напротив находится комплекс «Водолей». Здесь и ресторан, и пицца на дровах. И вот на самом там верху отель «Водолей». Пицца на дровах. Ценник посмотрим. Так, ну тут очередь. Давайте посмотрим ценник. Давайте я ценник покажу. А мы с вами идем дальше. Оригинально тут сделаны тележки, такие телеги поставили с цветами. Ну,
надо посмотреть еще паспорт, сколько сейчас градусов вода. Это джип-туры. Ребят, ну вот да. Джип-туры, можно, конечно, здесь попасть в такие уголки, что пешком вы просто не доберетесь. Но цены от 1100 рублей до 5000 рублей. Есть такие места, Караби, пещера, и там, конечно, великолепно. Давайте я вам сейчас покажу. Долина привидений, места съемки Кавказской пленницы, храм Маяк, водопад Джур-Джур. Завораживающие закаты и рассветы. Гора Айори, святой источник, купель, памятник партизанам. Роща Секвой, буковый лес, лавандовые поля. Роща Секвой – это, будем говорить так, Ангарский перевал. Интересное место. А также тут, ну, во многом можно посмотреть великолепие горного Крыма. Температура воздуха 26, а вода 23 градуса. А мы с вами идем дальше. Конечно, великолепные итальянские сосны, пиния, бархатные сосны. Ребята, это кафе Инжир. Если помните, раньше был пляж Северная Двина пансионата. Сейчас сделали кафе Инжир. Ну, почитаем цены. Всегда интересно цены. Что тут у нас есть? Рядом же мангал меню. Ну, зайдем посмотрим остановку. Интересное место. Также и летняя площадка, и зал. Великолепно цветет олеандр. Ну, за два сейчас нельзя будет. Натуральная крымская косметика. И небольшие оазисы. Шикарно цветут розы. А это белый олеандр. А вот так цветет юка, псевдопальма.
Отсвет меня, пожалуйста. Запустили на тест, на тесте, кафе Кефаль. Летняя площадка. Инсталляция «Алуштинский аквариум». Турецкая шаурма. Живой, если что. Настоящий? Да. Шаурму за него делаем. А, вы из него делаете шурму? Да. А, все вытащили, сделали шурму. И ему же вставили его же. Ну, красиво. Спасибо. А сколько цена шаурмы? 250. 250 рублей в среднем. Вот такая большая шаурма стоит где-то 250 рублей. Ага. Спасибо. С говядиной. Это говядина, да? Да. Спасибо. Привет. Ну, а мы с вами идем дальше. Конечно, все цветет. Очень интересно и красиво. Это юка. Юка? Юка. Цветет. А вот красная как называется? Олеандр. Олеандр? Да. Олеандр. Олеандр? Красные, да. Цветы? Вот это, глаза. Вот эти, да, это вот кусты олеандра. А я думаю, магнолия. Магнолия. Не, магнолия – это дерево. Да. А это олеандр? Это вот это олеандр, а вот это юка. Так цветет. Это юка. Юка. А вот это олеандр. Спасибо большое. Она у меня не такая юка. А какая? Но это псевдопальма называется юка. Да. А скажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Москва. Ясно. Хорошо. А у меня канал называется «Дневник коренного крымчанина» на Ютубе. Вы можете зайти и посмотреть. Москва. Вы будете на канале сегодня? Я все снимаю. Что вы снимаете? Кино. У нас снимают? Конечно. Передавайте привет. Всем привет. Всем привет. Близким и родным. На Ютубе? Ну, конечно. Ну, а что здесь такого? Всем привет, близким и родным. Если спасибо. Это правда. Спасибо. А вон какая красота. Боже. Интересный оазис. Зона отдыха. Это морская зона, кафе называется. Хотел посмотреть цены. Заняты немножко цены. Здесь девушки смотрят. Ну, а мы с вами идем дальше. Еще одна зона отдыха утопает в цветах и зелени. А вот эта юка
огромная псевдопальма. И цветы на самом верху. Смотрю, там рыбаки ловят рыбу. Пойдем посмотрим. Добрый день, ребят. Что-то есть? Давайте посмотрим улов. Барабуля и бычок. Сейчас я ближе покажу, ребят. Вот это барабулька маленькая и бычок. Улов рыбака. Дальше посмотрим. А на креветку ловите, да? Давайте сделаем обзор профессорский уголок, как на ладони, гора Костель, отель Рай. Бунгало Билл. И там Аушта. Теплоход на рейде. Отель Рай, и через 15 метров море. Кафе «Семья». Номер 10. Друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписывайтесь на мой канал, также Яндекс.Дзен и телеграм-канал. Все будет много интересного. Пока-пока, еще увидимся.